Сегодня про вот эту вот сенсорную клавиатуру из магазина AC Station. То бишь клавиатура M-костная работает даже с другой стороны текстолита. В общем, забавная вещица и стоит совсем недорого. Правда, пришлось немножко помучиться с клавиатурой, ибо это тот случай, когда ни Google, ни Datasheet точного ответа не дают. Прежде всего, у модуля два режима работы с 8 кнопками и с 16. В режиме с 8 кнопками должны быть доступны вот эти вот выходы, на которых вроде как формируется логическая единица при нажатии соответствующей кнопки. Так написано в даташите, я сам этого не проверял. И этот режим по умолчанию. Ну, нам же интересно 16 кнопок и последовательный интерфейс, чтобы можно было подключать его по двум проводам. Вот чтобы включить 16 кнопок, нужно замкнуть вот эту вот перемычку. Не знаю, видно? Видно. Выяснилось это благодаря найденной на GitHub библиотеке под него. Ибо в даташите написано, что нужно подтягивать вторую кнопку, а не третью. Ссылки, как всегда, в описании и на библиотеку тоже. Вот пример из библиотеки. Здесь написано, что к чему нужно подключать. Здесь указываем, что к чему подключено. Ну а в цикле читаем состояние, и если это состояние не 0, отправляем значение в сериал. Так вот все просто. Это все же прикольная клавиатура. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Пока.